Итак, вот говорят промышленная фиалка, а мне нравятся такие обычные, не завороченные, не намороченные. Вот еще стрептокарпус такой. Хорс расцвел. И Алина Кабаева. Фу, Алина Кабаева. Алеша Попович. Опять Алина Кабаева, там еще 20. Тоже Алина Кабаева. Фу, блин, ну что-то она заела. Алеша Попович еще один вот такой. Бордовенький, бордовенький, бордовенький. И вон там еще один цветет. Красота. Среди бегущих первых нет и отстающих. Вот он, на самом деле, он фиолетовый. Я показываю, тут непонятно какой цвет облескивает. Ну, красивая маленькая такая цела. Это мы украли у тети на работе. Листочек украли и посадили. Выросла. Вот такие вот цветочки. Фиалочки, стрептокарпусы. Ой, что тут еще? Глоксинии. Цвести он будет. А, кстати, вон, не видно. Ой, близко не могу поднести. Вон тут дальний. Вон видно бутылочек. Вот эти будут цвести тоже. Ту-ту-тум. А вот эти мне говорят выкинуть надо. А я не разрешил выкинуть. Я говорю, пусть растут. Они маленькие, красивенькие, прикольненькие. Ну и что, что обычные? Самые обычные, самые простые. Непривередливые, да? Правильно? А тут на окошечке еще вот такой вот розовенький. Галаксиния он или не галаксиния, не знаю как называется. Главное, красиво цветет. Красивенький такой, он тут еще цвести бутончики набирает. Красота. Красота. Тут пальму посадили, видно? Ну, настраивайся. Что-то все расплывчато показывает. Ну, короче, вот такая вот пальма. Циперус. 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 Надо его полить чуть-чуть. Там водичка есть. Он болотное растение. Должно все время в воде стоять. Тетка, иди не смотри на меня. Че ты там смотришь? Итак. Сегодня 12 ноября 2014 года. Да, вот такая у нас осень. Все расплывается. Вот такой у нас сегодня денечек. Солнышко в тучках. Ну, греет, в смысле светит, но не греет. Деревья лысые, на улице холодновато. Ночью мороз был 2 градуса. Вот так. Всем привет. Отличного настроения и удачного дня.